Ну что, ребята, доброе утро. Как говорится. Короче, погода у нас шикарная. Люди опять не спят. Проснулись все. Слышь ты, тут ездить нельзя. И это. Ну и гулянка продолжается дальше. Кто только проснулся. Слышите, музычку уже врубили. Ну и поехали дальше гулянки. И я сейчас, кстати, тоже сегодня решили заснять видео. То есть я. Сейчас, короче, увидите. Для тех, кто не интересованы там по машинам и вот это все, можете сразу переключаться. Да нет. Короче, сейчас все увидите. Я выхожу. Выходим. Ну что, ребят, сегодня по спортивный. Видите, какие сегодня мы. Сейчас, короче, приехал мой брат опять. И это. Сейчас мы. А что, света нету? Нифига себе. А он где-то там на улице стоит. Ну сейчас, короче, включимся. Ребят, зашел в киосок попить взять со вчера. Ребят, вот, на самом деле, что хотел сегодня заснять про эту машинку. Машина E-класс Mercedes 55 AMG. Ну, я, если честно сказать, толком не разбираюсь в машинах. Лео, привет. А, ну. Зо, ну что, поехали кататься? Ну что, Лео, я уже сказал, короче, это... Mercedes AMG E-класса, E-класс или как это? V55 AMG просто. 55 AMG. Короче, погода классная. Решили просто прокатиться. Машина старая, зато прекрасная. Машина старая, да. С какого года? 98-го. С 98-го года. Ну чё, разгляд всё нормально. Да, мощнее сколько PS кобыл лошадиных? Лошадей 354. 354, окей. Или 354. 5,5 литров. У него больше кобыл. Нет. Нет? Нет. Это бокстер. АБС? Но все равно, кажется, у него 250. Нет, может быть 280. 300. Но он не больше, чем у него. Зато он легкий. Еще паузу сделал. Здесь много не убирал. Слабовато тоже. Ну и все. Ну, подлиннее бы дорога, а он, думаешь, он бы не сделал бы? Нет, потому что у меня еще больше литров, больше объемов. Он когда-то слабее стоит, а у этого до сих пор еще дыхание много. Да. Далее, ребят. Поехали. Короче, это автомат-коробка. Газанули нормально. У меня аж пятки вспотели. Если что, сейчас может быть литров 20 берет. Литров 20. А если обычно еду, тогда 12. 12 литров? Ну это нормально. 20 это, конечно, жесть уже. Он сзади нас, видите, ребят? Не знаю, видно его.
Назовите. Баршен, короче, думает, ладно, хрен с ними, не буду я с ними ездить. Да ну сколько раз можно опозориться, ты чё? Ребят, кстати, кто хочет, ты продаешь еще? Я ее еще продаю, да. Не, кто с Германии, есть интерес. Машина продается. Едет она, все как новая. Переключает как новая. Если что, у нее еще газ есть. Я сейчас на бензин еду, потому что газ пустой стал. Да, газ еще на, есть. На газу. На газу она где-то 10 евро на 100 километров. Это дешево. Как будто... А что за газ? Как гольф ехать. Газ Anlage, как его? Газ Принц. Принц. От Принца, ребят. Фирма Принц считается самой лучшей. Ну, короче, машина ждет, ничего не скажешь. Ребят, короче, кто хочет, есть желание. Тачка стоит на продажу. Можете покупать. Пишите в личку. Вот. Как она выглядит. Старая, но она в очень хорошем состоянии. И, ну, сами видали, еще сколько у нее мочи есть. Вот, ребята. Так, ребят, ну что, меняемся местами. Я тоже решил, ну, прокатиться. О, ты, Лёв, ты у тебя на видео сказал, что ты 1.80 м, 1.90 м. Не, ну машина удобная, ничего не скажешь. О! Не, конечно, интереснее ездить, да? Вот когда такой у тебя такая мощь. Но я думаю, мне бы было бы неинтересно всегда заезжать на заправку. Потому что на такой машине так, такое ощущение, что невозможно тихо ездить. Ну я же тебе говорю, что она на газу ездит. А на газу она так же газ будет? Ну конечно, там, ну, разницы нет. Okay. Если газовый аппарат правильно сделан, хорошая фирма, тогда он работает. Юлия! Это старый коллега по работе. Мопед только он трудит еще громче, чем мы. Ну все, мопед, держись нахрен, я тебя сейчас сделаю. Ты меня вывел просто. Смотри, смотри, смотри. Не, ну машина, конечно, это как его, жгет нас, да, соточку видал, хоп, и на соточку уже наехал. Блин. Все, курсишь треки. Адреналинчика чуть-чуть. Короче, ребят, едем домой. Надеюсь, вам понравилось, может, видео. А, кстати, ребят, не забывайте ставить лайки, комментарии писать и колокольчик не забудьте. Каждый раз говорю вам это.